Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас преподаватель по актерскому и сценическому мастерству Брэндон Скотт. Не забываем подписываться на наш Телеграм, там я публикую запрещенные реакции и заставки. Всем приятного просмотра! Как из лунного сна. Вау. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лили. Красивый резонанс. Ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Газистая картинка. Чудесная песня. Сгорать в костре, говоришь? Ночь замкнула ресницы. Так нежно. Обожаю то, что с начала песни он так плавно ведет нас. Ведет нас к более мощным нотам, которые, несомненно, тут будут. А здесь более полный, сильный голос. Выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из песни в этот мир. Только ты одна. А вот и он, второй человечек, который живет в этом теле. Я знал, что так и будет. Хрена себе. Сильнейший микс. Что это такое?
И он всегда вот прямо в этом моменте, сфокусированный как лазер. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать Я бы хотел выразить свою благодарность группе А-Студио. Группе А-Студио и Пайгалиага, сізге үлкен-үлкен рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Это так мило. Счастья вам. Приезжайте в Казахстан. Мы вас любим очень. Димаш Кудайбергенов. Мне нужно знать, откуда он вообще такой взялся? Каково его происхождение? Кто он по национальности? И какой у него родной язык? Он же просто обаятельный молодой человек. Так, мне нужно вернуться. Вот прямо сюда. И пошла жара. О боже мой. Он вот так взял меня и перебросил куда-то в параллельную вселенную. Это диво дивное. Я просто обожаю этого парня. Это был Димаш, который спел «Грешную страсть». Где бы это ни было, это вызывает только гордость. Это было совершенно невообразимо и умопомрачительно. Такого я точно не ожидал от этого парня. И вот что конкретно меня впечатлило в Димаше. Очевидно, что он вложил уйму времени и сил, чтобы натренировать свой инструмент. У него есть и диапазон, и контроль. В его распоряжении столько инструментов. У всех певцов есть свои инструменты, но я никогда не видел, чтобы у одного был полный набор. Это, конечно же, все хорошо, но самое впечатляющее в Димаше... Я говорю это как человек, который работает на сцене, который обучает этому искусству. Кто знает об этом деле не понаслышке. Вот это его фокусировка. А я вам скажу, это самое важное, когда выступаешь на сцене. Вот эта способность сконцентрироваться и полностью быть только в этом моменте. И я пока не видел никого, кто бы делал это лучше, чем он. Да, я видел, как люди делают это. Но вот чтобы до такой степени... Маниакальная сосредоточенность. Он только в этом моменте. Он не думает о предстоящих нотах. И тем более не думает о том, что он уже спел. Он всецело принадлежит ноте, которую он поет прямо сейчас. Он существует только в этом мгновении. Его цель – это вот эта конкретная фраза. И это, конечно же, восхищает. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Брэндона, подписываемся на наш канал. Всем хорошего вечера. Всех люблю, всех обнял. Пока!